Этот процесс, конечно, был с самого начала был предвзят. По одной простой причине, что все, что вот здесь происходило с первого дня, явно было видно, что кому-то это очень хотелось. Что касается объекта, мы на самом деле душу туда вкладывали. 30 лет жизни, да, и только потому, что кому-то это не понравилось, и кто-то очень хочет там нам насолить и переводить в такое русло, я считаю, что это неправильно. Во-первых, мы все граждане Абхазии, и в первую очередь, да, мы абхазцы, которые с первого дня перед войной, всю войну здесь находились. Мы возрождали, лично я могу сказать, что мы возрождали туристический бизнес в Абхазии. Мы ездили на выставки, на ярмарки, привозили кучу людей. И когда все это сделало, сегодня никто не хочет вспоминать, как это начиналось, из чего это начиналось. А теперь кому-то, я не знаю, в больную или в какую голову взбрело это, что так можно поступать с людьми. А то, что делали налоговики, даже не хочу говорить.